Добрый день, дорогие друзья! В этом видео я покажу свои вязаные работы. Символ 2022 года. Это тигрица-корица. Связала крючком, наполнила внутри синтепоном. Глазки – это пуговицы я пришила, мордочка выполнена крючком, а носик в стиле ягодка выполнен крючком. Украшен вот таким кружевом этот тигренок. Тигрица-корица, а еще два милых тигренка. Этому тигренку глазки я выполнила крючком, а также вышила реснички. Мордочка связана крючком, носик в стиле ягодка. Сзади у каждого тигренка хвостик. Вяжутся отдельно верхние лапки, нижние лапки, хвостик, туловище, головка, мордочка, носик, глазки и ушки. А вот полоски можно сразу вывязывать, меняя цвет нити. Ссылка на выполнение этой работы размещена внизу под этим видео. Такого тигренка можно связать и использовать потом в качестве новогоднего подарка.